Я на голубом девятом. Первый раз вижу, чтобы мертвого голубенка голубь топтал, а этот подошел и теребит его, как ястреб. Так теребит только ястреб. Коршун. А чтобы голубь, голубя мертвого теребил. 70 лет держу голубей и не видал никогда. Тем более не закрытые голуби, открытые. Могут вылетать. А рядом ящик, вот он, с глиной. Вот он, с песком, крупнозернистый, соль.
льет воду.